А сейчас я предлагаю вам вместе со мной совершить небольшую экскурсию по итальянской аптеке. Аптеке, где представлено достаточно большое количество марок по уходу за лицом и волосами. На первом стенде мы видим две французские марки. Это марка Galénic и марка Avène. И та, и другая марка представлена достаточно широко. В марке Galénic меня очень заинтересовал один из продуктов по уходу за жирной кожей. О нем я вам расскажу в конце данного видео. А в марке Avène вы знаете, что у меня также есть мой любимчик. Это сыворотка, это концентрат для кожи с розацией Anti-Rougeur Forte. Далее на этом же стенде мы видим широко представленную марку Relastil. Relastil — это итальянская марка. Марка замечательная, марка, с которой частично я уже знакома. Я вам несколько раз в нескольких видео своих рассказывала о моем любимчике, о потрясающем молочке для тела с гиалуроновой кислотой от марки Relastil. И также я с удовольствием несколько раз пользовалась их продуктами по уходу за лицом. Также в данной аптеке широко представлена марка Lichtenna. Честно говоря, с этой маркой я не знакома, и эту марку я вижу впервые. Я, честно говоря, даже не уверена, что я правильно произнесла название этой марки. А вот марка Monoderma, в которой представлены вот такие вот витаминки. Это три комплекта: витамин А, витамин С и витамин Е. Она продается, и ее я уже видела. Следующая марка, которую я нашла в данной аптеке, это марка Corf, в которой представлены и уходовая линейка, и линейка декоративной косметики, что меня приятно удивило. Я, честно говоря, не знала, что в марке Corf есть декоративная косметика. Вот стенд как раз именно с декоративной косметикой от марки Corf. Ассортимент очень и очень достойный, и продукты неплохие. Я, честно говоря, совсем детально рассмотреть не успела, но вот продукт карандаш для бровей, в частности, от марки Corf, мне очень-очень понравился. Считаю, что очень неплохая альтернатива другим маркам профессиональной косметики в недорогом сегменте. И еще один стенд, который также у меня вызвал восторг, это стенд с декоративной косметикой от марки Relastil. Я, честно говоря, не знала, что у марки Relastil есть линейка декоративной косметики. В данном случае эта линейка в первую очередь направлена на коррекцию цвета лица, поэтому в ней представлен достаточно широкий спектр тональных основ и различных корректоров. Корректоров разных цветов, корректоров достаточно плотных. Также в этой марке мы видим пудровые продукты. В зоне недалеко от кассы представлены различные продукты, которые идут по акциям, на которые сегодня у нас скидка. Как вы видите, аптека действительно большая, и здесь представлено очень большое количество марок. Вот в данном случае это марка Clarins. Это замечательная марка по уходу за волосами. Вот это были дорожные наборы маленькие, а это уже полноразмерные продукты от марки Clarins. Также здесь представлены продукты по уходу за телом от марки Clarins. Это гели для душа, шампуни и кондиционеры, гели для душа от марки Relastil, гели для душа и термальная вода от марки Avène, и также продукты для тела от других различных марок. Дальше мы видим целый стенд по уходу за волосами от замечательной марки Furterer. Здесь различные продукты, которые стимулируют рост волос, которые, в принципе, укрепляют и восстанавливают ваши волосы. Марка не дешевая, но марка действительно очень качественная. А сейчас, как я и обещала, два продукта, которые меня заинтересовали и которые я приобрела. Первый – это матирующая сыворотка, матирующий флюид от марки Galénic для жирной и комбинированной кожи, который также помогает бороться с несовершенствами кожи. И одноразовые салфетки пилинг с гиалуроновой кислотой от какой-то неизвестной мне итальянской марки, которую я решила попробовать, потому что в поездке мне так или иначе все равно надо делать пилинг и надо увлажнять собственную кожу.